Два, три. Всем привет, с вами Злата, и вы на канале Бухты-Барахты. Привет! И сегодня мы с тобой будем готовить сюрприз для наших взрослых. Ух ты, здорово! А знаешь какой? Нет. Я вот тоже не знаю. А давай подумаем. Давай. А вы, ребята, напишите в комментариях, что вы дарите своим родителям. А еще не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на лайк. Я предлагаю сделать что-нибудь необычное и очень красивое. Да, давай сделаем красивое и что-нибудь необычное. Может быть, мы сделаем им хлеб? Не, цветы. Цветам бы очень обрадовалась мама. Но что подарить папе? Книжку. Книжку – полезная вещь. Но надо что-нибудь очень яркое и радостное, чтобы вот прям... Может, часы? Может, ботинки? Ботинки! Отличная идея, но мы с тобой не сможем сделать ботинки. Надо что-то попроще. Да. Давай подумаем. Я не знаю. Может быть, стаканчик? А давай мы сделаем котика из стаканчика. Давай. Отлично? Да. Или зайчика? Давай зайчика и котика. Давай начнем. Скажи мне, какой цвет тебе нравится больше? Розовый. Бывает розовый зайчик? Бывает. Давай мы с тобой сделаем красивого, яркого розового зайчика. Мы с тобой возьмем две вот этих бобины и просто уберем у них верх. Отлично, убираем. Это у нас будет подставка для карандашей. Но так, мне кажется, совсем некрасивая. Если бы я тебе подарила, ты бы обрадовалась? Нет. Это для тебя. Я не обрадуюсь. Тогда будем украшать. Так, это самоклеющая бумага, и мы ее сейчас приклеим вот таким образом. Но это все еще не похоже на котика, да, и зайчика. Да. Значит, нужно вырезать им мордочки. Да. Совершенно случайно у меня оказались с собой напечатанные мордочки зайчика и котика. Да. И мы с тобой разукрасим их совершенно случайно взятыми с собой карандашами. А давай кто быстрее? Кто быстрее, давай. Да. Злата. А может быть, мы подарим взрослым настоящую машину? Нет, это скукота какая-то. Злата, я думаю, нам надо подарить нашим взрослым разноцветные фломастеры. Нет, только не фломастеры, мне все стены обрисуют. Злата, а как ты справляешься со своими взрослыми? Я ложусь гулять, спать, укладываю, чистить зубы. А даже спуститься мне без меня не могут, и кашу больше не покрывают. А ты говоришь, какие-то фломастеры. Да. Кажется, в моем зайчике появилась дырка в ухе. Или такое должно быть? Расскажи, пожалуйста, каких необычных котов ты видела? Белый. А розового видела? Нет. Так. Только разукрашенных. Я никогда не видела котов. Совсем скоро этот малыш станет опасным хищником. Это тигр, он не кот. А я однажды встречала очень красивого, яркого зайчика. Он был радужного цвета, представляешь? Да. На нем были красные, желтые, зеленые, оранжевые цвета. Еще какие? Серый. Еще чуть-чуть, и мой зайчик как будто бы живой. Смотри. Все, я готова. Вот такой зайка получился у меня. А вот такой кошечка у меня получилась. Какой получился лучше? У меня. А у тебя будет какая-то челка. Это розовая челка. Ну что, теперь осталось совсем немного. Нужно вырезать эти головы. С ножницами пусть всегда помогают взрослые. У нас готово. Да. Итак, наши красивые мордочки готовы. Ну, мы почти готовы, но осталось самое главное, самое красивое. Украсить их. Украсить их. Что наклеим первой, ленты или блестки? Давай сначала ленты. Мне кажется, у нас получится самый лучший, самый яркий подарок для взрослых. Бамс! Стой, Злата, мы не сделали самого главного. Мы не придумали им имена. Надо им сделать срочно. Так, как назовем твоего красивого котика-принцессу? Принцесса-котик. Принцесса-котик. А тогда как назовем моего зайку? Максим! Кстати, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Также подписывайтесь на мой инстаграм, там будет много всего интересного. Друзья, спасибо, что были с нами. Не забывайте писать в комментариях, что вы дарите своим взрослым. Ну что, пора прощаться? Да. Пока-пока!